Новый год Кухлевер начинается уже в октябре. Завод вовсю готовит меню, дизайнеры рисуют этикетки. Ну а я принимаю заказы. Добрый день, меня зовут Наталья Фролова, и я персональный менеджер. Моя работа заключается в том, чтобы делать гостей «Отдохни» счастливыми. Мы можем найти редкую бутылку, можем подобрать какой-то эксклюзивный подарок на Новый год или другие праздники, а также мы оформляем корпоративные заказы. А еще мы делаем классный сет из напитков и продуктов. Новогодние корпоративные заказы – это всегда увлекательно. Сейчас заказы состоят не только из алкоголя, но и из обширной продуктовой корзины. И мы в нашем магазине готовы предложить вам огромный ассортимент оливок, масел и других продуктов, которые классно сочетаются в наборах. А если вы хотите найти что-то действительно эксклюзивное или нужна помощь в подборе ассортиментов для корпоратива, то обязательно звоните или пишите мне. Ссылку с контактами вы найдете ниже. Считаю, что классные вина и крепкое – это отличный подарок на Новый год. Вот и сама, друзья, буду дарить напитки. Затягивать с выбором подарков я не буду и вам не советую, тем более что в этот четверг мы с коллегами для вас такую подборку сделали. Все эти напитки являются жемчужными коллекции сомелье. Шампанское Труяр Экстра Селекцион, стильное шампанское, традиционный купаж брют, которые мы специально отобрали для гостей «Отдохни», ценителей лучших игристых вин. Труяр — один из самых старейших шампанских брендов, появившихся еще в конце 19 века. Поразительная фруктовая база, хорошая кислотность и легкая сливочность. Интересный профиль по-настоящему классического шампанского. Шампань Вренаже Традисьон. 100% Менье в составе старые лозы и минимум 5 лет выдержки на осадку. Редкая моносортовая история для шампанского, открывающая линейку Дона. И перед нами рекольтант, поэтому сюрпризы поджидают на каждом шагу. Поэтому это шампанское в коллекции сомелье. Коньяк Делус. Это превосходный купаж, выдержанный коньячный дистиллят, произведенных из винограда, выращенного в регионах Гранд-Шампань и Ти-Шампань. Средний возраст спиртов составляет 5 лет. Бренд Делус сегодня принадлежит семье Луану, которая на протяжении столетий занималась производством коньяка. Поэтому можно сказать, что Делус – это исторически настоящий коньяк, произведенный так же, как и 100-200 лет назад. На все эти напитки, и не только на них, сегодня действует акция. Ищите ее в мобильном приложении и на сайте. Выбирайте классные напитки и радуйте своих близких. И пусть ваш четверг будет добрым.